Всем привет-привет! И сегодня мы с вами распакуем коробочку Royal Samples. Это апрельская коробочка. Я ее сегодня забрала. Доехала она ко мне, к сожалению, в таком грязненьком, немножко драненьком виде. Но я надеюсь, на содержимое это никак не повлияло. Так, давайте открывать. Итак, здесь у нас первое, что достаю, это мусс для укладки волос, нейтрализатор желтого оттенка для блондинок. Я, конечно, не блондинка, но все равно попробуем. Дальше. Это, так, что это? Это лак для волос сильной фиксации, только для профессионального применения. Спрей предназначен для завершения укладки или прически, обеспечивает поддержание формы 24 часа, придает блеск, содержит пантенол, UV-фильтр и термозащиту, обладает влагоустойчивостью. Ну, интересно, интересно. Здесь у нас сколько? 24 часа, вроде как 275 миллилитров. Полноразмерка. Дальше. О, еще один шампунь. В прошлой распаковочке Glambox у меня был подобный. Мне он очень понравился. Это с биотином. Восстанавливает 2 года повреждений за одно применение. Восстанавливающий шампунь. Ну вот, завтра мы его испробуем. И здесь у нас такая карабень. Что у нас здесь? Антенна Телесень. Beauty Box. Коробочка мне уже нравится. Так, здесь у нас брошюрка с продуктами. Кстати, давайте посмотрим, сколько стоит шампунь. Цена 179 рублей, это 230 миллилитров. Лак 275 миллилитров, 1020. И мусс для укладки волос 1300, 200 миллилитров. Так, дальше. Это что? Это маска. Абсолютное питание, глубокое действие. Базовый уход. На основе талой воды альпийских ледников. Сделано в Швейцарии. Здесь у нас 75 миллилитров. Сразу смотрим, сколько стоит это счастье. 280 рублей. 75 миллилитров. Единственное, мне пахнет какой-то зубной пастой, во-первых, а во-вторых, жалко, что это не зафольгировано. Это, конечно, минус. Дальше. Но приятная упаковка. Она такая матовая. Дальше. Это блеск для Деваш. Смотрим сразу, есть он здесь. Есть. Стоимость 299 рублей. Смотрим. Аромат слегка уловимый. Приятный. Ну и цвет даже очень ничего. Приятный. Дальше. Это у нас Деваш. Что
что это? Пудра для лица, хайлайтер и пудра для лица фиксирующая. Открывайся. Здесь у нас зеркальце. И сама, я так понимаю, пудра. И что? И хайлайтер. Конечно, освещение сейчас у меня не очень. Но тоже замечательная вещь. Это у нас стоит. Так, пудра. 399 рублей. Дальше это такие были у меня масочки. Это у нас угольная маска, паста для лица. Стоимость масочки 89 рублей. Замечательная штука. На днях буду ее сразу же пробовать. Дальше это паста. Так, два в одном. Давайте лучше здесь посмотрим. Паста, паста. Вот она, паста. Очищающая пенка для зубов и десен. 173 рубля. Я пока ее вскрывать не буду. Потому что сейчас у нас в обиходе есть зубная паста, пенка тоже есть. Пенку очень удобно брать с собой на работу, допустим, перед посещением стоматолога, либо просто если почистить зубы после еды, когда вы пообедали на работе, да, пенкой просто без зубной щетки можно великолепно прополоскать рот. Дальше это ароматное масло для тела, миндаль, кокос. Мне уже нравится. Внешне мне нравится упаковка. Такое маслице. Легкий аромат кокоса. И в основном горчинка, небольшая миндаля. Очень приятный аромат. Так, здесь у нас 100 миллилитров, стоимость, так, ароматное масло, 601 рубль. Дальше, это крем для кожи вокруг глаз с коллагеном, укрепляет контур лица, лифтинг эффект, обеспечивает гладкость кожи. Для всех типов кожи 20 миллилитров. Такой небольшой, удобная упаковочка у него. Надеюсь, там просто носик. Да, просто носик. Будем пользоваться. И стоит этот крем. Крем. Так. 220 рублей. Дальше. Леврана. Мицеллярная вода. Снятие макияжа с лица, глаз и губ. Натуральный состав. Не щиплет кожу. Можно не смывать. Но мне кажется, любые мицеллярки их нужно смывать. Аромат приятный. Травяной. Стоимость. 230 рублей. 100 миллилитров здесь. Дальше это... Что это? А это у нас спрей для воздуха очищающий, я так полагаю, да? Да. 1900 за 200 миллилитров. Здесь у нас небольшой такой пробничек. 5 миллилитров. Что он нам дает?
для очистки воздуха в жилых помещениях, без красителей, без консервантов, без синтетических отдушек, без... Так, натуральный продукт, способ применения. Точечное применение для очистки воздуха в комнате. 6-8 распылений, 3-5 мл в воздух и по четырем углам комнаты. Можно распылять на ковры, постели, другие поверхности, предварительно протестировав на переносимость. После распыления покиньте комнату, подождите 30 минут, пока средство подействует. Затем проветрите комнату. Интересно, если он весь такой натуральный, зачем это все делать, проветривать? Ежедневное профилактическое использование, 2 распыления в день и за 1 или 2 раза. Не поняла, если он весь натуральный, 41 эфирное масло в нем содержится. Если он такой весь натуральный, почему же мы должны проветривать? Протестировать-то это понятно, может какая-нибудь аллергия. Но зачем проветривать? Вот это я не понимаю. Так. Это... Кошка решила поиграть. Маруся. Так. Варте дель Белло. Тени для век. Элегантный дуэт. Так, это 4-й оттенок. Стоимость у тени 700 рублей. Оригинальная такая упаковка. Маруся. Здесь у нас зеркало. И ходовой тени светло-кремовый, как бы все равно не показывает камера его, нет, вот этот вон светло-кремовый, вот этот, конечно, черный такой, как угольный, а этот немножко даже с перламутром. Очень шелковистые тени, приятные. Дальше у нас остается шампунь Naturalis или Naturalis. Здесь энное количество миллилитров, 20 миллилитров. И сразу гель для душа и ванны Naturalis или Naturalis. Не знаю, как правильно. Кто знает, поправьте. А я его... А, вот они. Так. Гель для душа и ванны 200 рублей стоит. За 20 миллилитров. А шампунь 217 за 20 миллилитров. Это что хотите сказать? Вот это вот маленькое стоит 217 рублей. Однако... Дальше это патчи для глаз с папайей для всех типов кожи. Так, гидрогелевые патчи для глаз папайя на одно применение. Стоимость этих патчей 200 рублей. Дальше скраб для тела. Похудательный какой-то, да? Так. Скраб для тела моделирующий. Горячий шоколад. 290 рублей 50 грамм. Здесь у нас 50 грамм. Полноразмерка. Ну, надо будет завтра. Или, по крайней мере, на днях пробовать. Я так понимаю, он там просто... Сухой скраб. Надо будет почитать, как что делать.
И последнее. У нас здесь осталась масочка, тканевая маска. Маска тканевая с экстрактом яичного желтка. Обожаю ее маски. И маска у нас стоит 72 рубля. Вот такое было наполнение. Очень хорошее наполнение. Единственное, что вот эти вот по 200 рублей, 20 миллилитров, немножко меня смущают, да? Остальные все маски. Маску я, может, даже сейчас и сделаю. Завтра утром патчи. Вот этот вот спрей как-то меня смущает. Эфирные масла, но после него все проветривать. Не знаю, надо почитать, посмотреть. Очень хорошее наполнение. Блеском я, естественно, буду пользоваться. Всем, естественно, я буду пользоваться. Вот такое было наполнение коробочки. Большое спасибо тем, кто придумал эти коробочки. Конечно, за ту стоимость, которую приобретаются эти коробочки, их наполняемость намного больше. За это им большое спасибо, что можно попробовать разные интересные вещи. На этом все. Пока-пока.